так вот. На старт внимание марш. Зажимается. Ладно. Да, я тебя пока буду танцевать. Вань, и музыка вообще соответствующая. Да, 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 мне тоже нравится. А ну, можно у тебя еще рядом все? Как ты думаешь? Потянешь меня? Разочек. Давай, вот тут вот. Я потом на тебя лягу тоже. Давай ты ложись, я сниму. Давай. Не так. Спиной или как животом? Хочешь, давай выбрал. Лучше животом. Сюда, да. Сюда только садись, на плечи. А, садиться? Да. Ложить, ну-ка, давай. Можешь, а можешь лечь туда, потом назад? Будем печку топить, будем кашку варить. Шире ножки раздвигай. Че ты так слабо-то? О, нормально, нормально, все. Не просто. Все. Это не просто. Ты отжался так? Ну, так круто. Да какая разница, пару раз отжался, нормально. Это с тобой надо. Вон, душевно как-то. Все? Да, все. Вообще-то в брачном там, в этом договоре, или где там этот, брачный этот кодекс, там берет на руках носить. Да. Ты меня везде будешь носить. Они отжиматься уже. Вообще, я отжиматься считаю эпоха. Мишань, эпоха прошла, это уже не интересно отжимание. А что интересно? Растяжка. Правило. Блин, на Москве хотя бы у кого-нибудь есть правило здесь? Что есть? Правило. Почему такое правило? Просто попробуй, что такое. А кого-то, может, дома и есть. Новохождение было? Да. Там не было правила. Правило. А ей зачем это надо? Она девочка. А это любого фига работа. Ну, она не заметила, значит. Конечно. Слиняв через три дня. Много можно дня. Было не заметить. Да. Какой? На следующий день она слиняла. Думала, мать и девочка, блин. И таким образом девочек сказали, как будто бы они ограничения какие-то имеют, блин. Это неправильно. Ага. Ага. Ну вот еще одна проснувшаяся красная девица, богиня наша. Ну какая красивая. Она съебалась-то что. Да, вы скушали. Угу. Отлично. Ну да, как только дождь на нее накапал, и все, она сразу свалила. Дальше бог там сказал, и все, вали отсюда. Да. Конечно, тебя никто не грел там, ну то есть все. На самом деле, Лейла проводила эксперимент над собой. Теперь она проводит эксперимент над Мишаней. Смотрите, руки ниже. Вань, ты будешь? Говорят, снова батарею включили. Ну да. Уже включали, говорят. Бери, Леха, интервью. Задавай вопрос каким-то тупым там. Или умным. Ты как... Понял, ты как... Сука. Как же его зовут? Ты как гость, ты же нихуя не знаешь. Ты как гость, вообще? Да.